Что ты знаешь? Ой, ничего. Да. Понимаешь, да? Да, да. Говори, что ты хотел. Конечно. Это единственный, один из единственных залов, который разрешил нам делать прямые трансляции. Потому что по многим залам ходишь и говорят, а у нас снимать нельзя, даже стримы. А мы говорим, так это же общественное место, а им все равно. У них какие-то есть внутренние правила. Внутренние правила. Но в принципе зал по себе, сам по себе хороший. Ну и зал топовый. Зал хороший, освещение хорошее, он большой, очень много тренажеров. Там есть, кстати, баня, сауна и вот этот хамам общая для девочек, для мальчиков. Да, там девочки ходят. То есть можно вместе, совместная баня. Виталий, понимаешь? Mm-hmm. Вот все вот практически вот каких-то девочек видел, которых не видел в зале. Вот они там в бане обитают постоянно. В джакузи сидят, конечно. Естественно, а вы что думали? Да-да-да. Нет, ребята, вот там точно стрим нельзя, потому что там собираются всякие там дяди серьезные, вот на майбах, которые были. И они точно лучше не снимать. И они бы не очень были бы довольны, рады, когда они бы в кадр попали. Угу. Но можно же снять свою баню, свой бассейн. Конечно. Свое караоке, чтобы был в комплексе. И, говорится, позвать своих девочек. И устроить очень такой день. А сегодня же среда, да? Да. Ну, до пятницы придется потерпеть. Просто знаешь, и так думаешь, да, время так быстро летит. Сейчас среда, а уже четверг. Я уже не успеваю на встречу, у меня там 4. И получается... А потом пятница. Как-то так все быстро. Очень быстро. Ты заметил, что с каждым годом время все просто быстрее идет? Времени нет. Оно просто, ну, ты знаешь, что время не существует? Я знаю, что время существует. Конечно. Есть просто ориентир. Часы — это просто ориентир, чтобы вовремя на встречу прийти. Этот ориентир куда-то вообще теряет. А этот ориентир теряет, да. Вообще куда-то непонятно. Ребят, если что, у нас с головой все нормально. Ребята, вы понимаете? А я не уверен. Потому что я разговаривал со многими врачами, ну я же Кузю играл, да, я потом говорю, что норм. Я начал задаваться вопросом, что норма. И ни один врач... Знаешь, что норма? Норма, что норма для тебя. То есть каждый для себя человек находит свою норму. Свою норму. То есть это проявляется во всех направлениях. Норма в тренировочном процессе, норма конкретно в диете. Мы говорим про нормы поведения, да, и взаимодействия с социумом, да, что, да, является, да, нормой. Да, вот нормальная голова, вот мы сейчас рассуждаем про время. И как бы это считается нормой, или мы считаемся ненормальными? Нет. Все заложено, во-первых, воспитанием с детства, как тебя... Давай спросим у чата. Ребят, вот вы считаете, когда вот сидят такие парни, ждут пельмени с щучьей икрой, и говорят, ты знаешь, времени нет. Вот вы считаете, нормально или ненормально? Чатик, это нормально? Да, вот ставьте плюсик, если считаете, что это нормально. Времени нет, мы дождались. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, вам это нельзя блинчики смотреть. Вам нельзя, надо смотреть. Потому что это блинчики с лососем. Опа. Это блинчики с лососем. Это фантастик. Это мадонна, это парно, это парно, это кампале. Кто с икрой заказывал? Не знаю, кто с икрой заказывал. Ты еще дополнительно? Нет, я с икрой щучьи драники заказывал. А ты сейчас с красной икрой? Драники тоже готовы еще принесу. Так, смотри, а здесь такой не заказывал? Я заказывал с рыбкой. С рыбкой, да, держи с рыбкой. Так. Друзья, простите, мы без прелюдии, мы начнем есть, потому что, ну, мы хотим есть. Ой, ебёво. Ну, тоже прелюдочка, да? Да, конечно. Опа. Так. Это просто топ. Кость, мы можем с тобой поделить, понял? Икру и рыбку. Ты мне чуть рыбки, я чуть икры. У меня с икрой, а у тебя с рыбой. А, да. Вот, ребят, смотрите, как красиво. Это масло, да? Масло. Да, да, масло себе. А вы едите масло себе? Вообще, да. Я вообще ем. Вот еще одни сырые, ты ничего не понимаешь? Это еще дополнительно. Дранички с щучьей. Да, можете сюда. Ну, это можем все поесть. А что, мы столько много блинов заказали? Да. Сегодня какой-то блинный день у нас получился. Блинский сегодня день. Так. Кстати, как блины? Вкусно? А, все правильно. Я подаем только рыбу малосольную. Очень вкусно. Так. Да, рыба тут, конечно, топовая. Давно я блины не ел. Так. Вот я хочу проверить просто блин сначала. Чисто блин. Очень вкусно делал. Нет, да, я видел, но, по-моему, тут сода присутствует. Потому что они такие немножко. Я еще не ел, но сейчас я скажу. Вообще, я очень люблю блины. Любимое блюдо – блины. Просто покорми чатик быстренько. Сейчас, секундочку.
тут вообще блин очень такой сладковатый, но не такой сладкий, что прямо, знаешь, как для десерта. А что значит покорми чатик? Это значит так. Чатик ротик открывает. Это прическа тема. Рот быстро пооткрывали все. Вот, все, пошло дело. Ой, фантастически. Очень вкусная игра, да. О, тут драники с корочкой. Слушай, нормально? Ребят, как, вас не смущает, что мы едим? Да нормально, они ведь наоборот. Да. Мы их кормим, конечно. Серьезно? Да. А, тогда вы молодцы. Ну, всегда, когда кулинарные стримы проходят, мы сначала готовим блюдо, потом ребят кормим, а потом едим сами. Мне нравится именно рыба, она такая свежая, слабо соленая. Это тоже моя любимая блюдо. Сжание очень вкусное. Чатик, сейчас еще. Секундочку, сейчас еще порцию вам. Вкусно. Кстати, а как драники тебе? Неплохо. У нас просто был неудачный опыт с драниками. Быстренько открываем. Опа. Виновник торжества — это вот мой младший братик. Нет. Ага. Этого бы не произошло, конечно, если бы ты меня не подгонял. Конечно. Понял? Подгонял. Да. Значит, у нас был такой челлендж. Мы должны были приготовить 3 килограмма драников на двоих. Опа. Уха. Это что у нас? Уха. Уха. О, который у меня, да. Смотри. Уха, шрифтка, хлебушка. Нужно поесть по дранику. Да, классно. Обожаю. Светку. Опа. Это уха пришла. Уха, ха-ха-ха. Пришла уха. В общем, был челлендж такой. Надо было приготовить нам 3 килограмма драников на двоих. Их съесть. Так вот, Костя одну партию не дожарил, а последнюю партию пережарил. Потому что ты командовал, говорил, а давай-ка ты будешь жарить быстрее, понимаешь? А жарить нужно не быстрее. Это было не так, Константин. А-а-а. Это было совсем по-другому. Он наоборот говорит, я сам, ты жарить не умеешь. Я говорю, окей. Значит, главный пожарки будешь ты. Я доверился полностью ему. В итоге так получилось, что первая партия сырые, вторые пережаренные. Прям такие не очень вкусные. Блины. Как? Они... Я вот не пойму. То ли соды много. Знаешь, не, у меня соды вообще не чувствуется. Они похожи даже не на блины, а на какие-то эти панкейки. Это типа не классический рецепт блинов. То есть это такая смесь с панкейками, с блинами? А вот еще какая-то другая партия есть. Да, да, будет. На интересе тоже чуть-чуть. Давай один драник на двоих поделим. Попробуем с икорочкой. Ну, давай, вы можете вообще подранить, бы я уже наелся. Еще уха. Хорошо. Блин, а у нас еще котлетки. А ты думал, что заказываешь, а? Угу. Еще котлетки нам есть. Блин, еще коктейля нету. Ребят, сейчас коктейль еще принесут нам. Он вообще вкусный. Не, ну морковный пирог это надо попробовать. Ну, очень вкусный. Поэтому говорят, нельзя ходить в магазин, Олег, голодным. Потому что можно понакупать лишнего себе. И в ресторан нельзя ходить голодным. Так. Кстати, я эти блины уже не ел давно очень. Но все равно самые вкусные блины — это когда мама или бабушка готовит. Это топ. И красивая любовница. Да. Да. Это... Никто не пробовал, попробовать. Очень вкусно. Чат, кто пробовал, плюс в чат, пожалуйста. Какой, давай драники все-таки попробуем, да? Давай. Так, держи. Это тебе. О, можно чуть-чуть. Олег, с тех пор я драники как бы не хочу есть, но я съем. Потому что у меня, кто не понял, драники наружу выходить начали. Да. Проситься. Было сидело. И они вышли у тебя. Не вышли. Ага. Ты сразу говори. Что ты скрываешь? Вышли, успел добежать до туалета, вышел.
Так, кстати, пробуем. Ты сможешь попробовать? Нету такого, знаешь, страха перед драниками? Нет. Точно нет? Пойдет? Да. Икру. Очень вкусно, прям с икрой. Офигенный. Чатик, откроем ротик, быстренько. Вот это, Костя, хорошие драники, понимаешь? А то, что ты приготовил, ну... Не, это хороший. Костя, это хороший, да. Ну, Костя, хлеб вкусно пожаренный, да, на вид такой? Хочешь хлеб пожаренный? Не, просто я... Я тоже стараюсь хлеб не есть, но... Отдельно взятый, бывает, как пожарю, прям... Кстати, вопрос. Вот у нас многие ребята такое не ели. А вот ты такое ел в детстве? Сахарной пудрой? Сейчас я скажу. Да. Берешь, значит, яйцо вот так вот с сахаром смешиваешь, хлебушек белый макаешь, на сковородочку ставишь, потом человек завариваешь и кушаешь эти вкусные сахарные пудры. И еще сахарную пудру. Да. Сладенький вот этот. И чай с лимоном потом. И сгущёночка. Да, это все детство. Был такой батон, 22 копейки. Да, да, да. Я приходил, нарезал яйцо. Понимаешь, жаришь, сахарная пудра засыпает. Все, улет, разрыв. А сейчас все сахарная пудра продается? Да, да, конечно. Ребят, что значит фу, вы попробуйте, это очень вкусно. Не, ну для нас, знаешь, вкусно было и этот черный хлеб чесноком натереть. Да. Для меня вкусно было и хлебушек с кетчупом. Взял, намазал и поел. Особенно любил горбушку, знаешь, такая, которая постоянно мама после школы покупает хлеб свежий. Берешь, быстро бежишь, одну горбушку с одной стороны режет, а другую горбушку с другой стороны. В Одессе вкусный был этот пятый хлебзавод. Да. Там вот такие батоны, Хлебом 24 продавались, вкусные. Вот, а горбушку есть. Горбушку. Ну вот прям горбушечку. Приходишь, с кетчупом намазал и ешь. Все, вот это было. А мы не кетчуп, а у нас появился майонез. Импортный, западный. Вот. И мы, короче, с ним, с этим майонезом, этот хлеб ели и смотрели фильм «Достучаться до небес». Смотрели? «Достучаться до небес»? Подожди. С Тилем Швайгером. По-моему, я не помню. Вы не смотрели этот фильм? Возможно, и не смотрел, представляешь? «Достучаться до небес» вы не смотрели фильм? А может быть, смотрел. Там блин, там... это давно было. Может, ребят, смотрел? Смотрели фильм «Достучаться до небес»? Рекомендуете братикам посмотреть? Вообще крутой фильм. Да, да, топовый. Это топ. Блин, подожди, может я смотрел. «Достучаться до небес», если меня назовут, это типа 1+1 фильм. Это топовый фильм «Достучаться до небес». Я просто потом перешел на сериалы в большей степени. Я смотрел «Сверхъестественное» полностью пересмотрел. «Черный список» тоже очень классный сериал. «Мир Дикого Запада» смотрел. «Ходячие мертвецы» — это классика. «Мистер Мерседес». «За нами следят подозреваемые». Потом еще очень классный фильм «Вечность», сериал. Тоже офигенный. «Менталист». Я не смотрел этот «Мистер Мерседес». «Мистер Мерседес» очень интересный, хороший, можно посмотреть. Я просто боюсь сказать, что конкретно о нем, потому что я могу заспойлерить. Но фильм очень крутой. Сериал офигенный. «Мистер Мерседес» — это детективный больше. Да, больше детектив, но он очень крутой. Я его прям. А ты смотрел «Сверхъестественное», да? Нет. Я в сериалах одно время снимался, я их не смотрел. Просто не было времени. А сейчас начал смотреть, ну просто видно эти прошедшие. «Сверхъестественное» о чем? Это взаимоотношения. «Универ» я смотрел. Это такое, знаешь, как «Сверхъестественное» — это в большей степени фантастика, триллер, приключения. О, классное. Вкусно, да? Да. Фантастика, триллер, приключения. Там взаимоотношения двух братьев и плюс семья. Связано там они. Семья для них самое главное, они брат за братом, как говорится. Ты начинаешь говорить, так у тебя слова заканчиваются, Олег. Да? Я плохо объясняю. Ну видишь, а ты гнал на меня, что я не умею говорить. Обожаю, когда вы разговариваете друг с другом. Я как в кино попадаю. Короче, очень классный сериал, офигенно. Можно посмотреть. Но там очень много сезонов. Lost. Это классика. Ты не смотрел? Lost. Это вообще офигенно. Сама идея вообще гениальная. Да. Это просто гениальный сериал. Просто нет, то, что «Универ» топ, это само собой. Да. И Lost сразу после «Универа» идет на втором месте. Ну да, будем называть вещи своими именами.
А, нет, после универа сразу идут «Игры престолов». Кстати, ты знаешь, «Игры престолов» я не смотрел ни одной серии. Это я вам, ну, просто вот. Да, просто. Я специально оставил. Он очень хороший, да? Прям там. Ну, для меня он такой мировоззренческий был. Угу. Я посмотрел прямо на том дыхании его и «Викинги». «Викинги» я смотрел, но последний сезон не смотрел. Последний, седьмой? Нет, подожди, я уже седьмой сезон. Я до четвертого дошел. Дальше надо смотреть. Там потом в шестом просто Даня Козловский. Ну, просто я посмотрел ради интереса. Посмотреть, как работают наши актеры на Западе. Достойно. Да, достойно. Но уже сам сезон неинтересный. Там после смерти Рагнара... Спойлер, да? Я-то смотрел, а он нет. Спойлер для меня. Все, ребят, теперь я этот сериал не смотрю и не буду смотреть. Ну а так. Давай начнем к этому философским. Давай. Рагнар жил в каком? В 11 веке, ты понимаешь, что он уже в принципе... Да. Что это же викинг. Что он же? Он викинг, да. Понимаешь? Он в Вальхалле. Вальхалле. Да, поэтому... Нормально. Он Вальхалле, все нормально. Да, просто знаешь, в чем смысл? Что я просто завтра это забуду. Да ты не вспомнишь. Удобно. Да. Поэтому удобно, поэтому нормально, ребят. Ой, как вкусненько, как хорошо. Кстати, вкусно уха, да? Да, уха, да, уха класс. Ой, у нас тут порция блинов еще есть. Ребята, это не Балтика. Пишу, это Балтика. Это лимонад. Поняли? Лимонад. Кстати, похоже на это. Это Прибалтика. Смотри, есть порция блинов. Виталий, хочешь блин? Класс, ну сейчас, я сейчас сконцентрируюсь. Да, это для Виталия. Он просто любит очень блины, тут они с красной корочкой. Мы здесь оставим. Ой, какая уха прекрасная. Здесь, кстати, очень вкусный еще борщ. Давайте так, вот вы попробуйте и скажите, что это. Пробуем. Ты там как тамагочи. Да, да. У тебя там тамагочи. Пиво. Что? А застали тамагочи? Друзья, тамагочи застали? Я застал, но я, знаешь почему? Я в него не играл, потому что многие говорили, что он может, типа, умирать. И я настолько боялся, чтобы мой тамагочи погиб, я не хотел просто проникать этой мысли, я такой, знаешь, не то что ранимый, просто я, даже собаку специально мы не заводили и кошек, потому что я боялся, что они когда... Не то что боялся, время по-любому придет, они погибнут. У меня же кошка. И я просто, тяжело мне это было бы пережить. Поэтому я с такими вот... Если так, то тогда и влюбляться не стоит. Если так. Нет, я понимаю, но конкретно для животных вот и еще, чтобы, допустим... Во-первых, это большая ответственность. Да, во-первых, это большая ответственность. А у меня кошка, я обожаю. И я зато каждый день не знаю, что мне надо ехать домой, и вообще класс. Кстати, я обожаю котов. Мы даже видели же грядусик? Да, а вообще офигенная, классная. Да, вообще крутая, классная. Вот мне нравится и шотландский, и британский. И британский. Угу. Это вот моя самая любимая порода котов. У меня гердусик, мой мальчик, 16. Да. Как тебе вот это? Пельмешки. А, это мы еще заказали? Я-то уже думал, все. Нет, это пельмешки мы заказали на всех со сметанкой. Вот Костя туда показывай. Встань туда, давай. У тебя, Костя, нет. Друзья, это вам. Да. Без кетчунеза. Да. А со сметаночкой. Чатик, будем кушать? Так, Виталий, это тебе вот это вот? Ой-ой-ой, как топово пахнет. Макароши. Сейчас я прям сейчас эту уху. Просто покажи. Это перченый, соленый. Опа. Чатик, это паста какая-то там. Блин, уж это очень много заказать. Да не ладно. Съем. Кость, топ оставь. У тебя же места много. Смотри, видишь, у меня места нет. Все, вижу. Логику включаем. Другаляк. Кстати, вкусно то, что чуть-чуть? Лимонад вообще топ. Мне, кстати, принесли такой же, как у вас, потому что его не было, и я не пожалел очень ни разу. Я же говорю, ревень и бузина. Да, вообще пушка. Но в прошлый раз, как-то он был по-другому, выглядел чуть светлее. Это типа как темное пиво, а было чуть светлое пиво. Но если что, это не пиво. Это лимонад, если что. Это просто сравнение, ребята, это сравнение. Ребята, кто пьет пиво с трубочки? Это мы такие шутники просто. Девушки пьют пиво с трубочки. Такие бокалы. Да, похоже, кстати, на Эдельвейс. Да. Может, попробуй. Подожди, пожалуйста, салфетку. Ой, благодать-то какая. У него уха вкусная прям. Это селедочка, да? Он сейчас селедочку съем, будет потом сутки пахнуть селедочкой. А сегодня праздник еще. Медвежий. Опа, это нам. А вот это нам. А в них очень много железа, да?
Да, скорее всего. А с чем они? Это совсем конечно? Нет, это чечевица вроде бы. Да ладно. Но она очень вкусно приготовлена. А медведь любит чечевицу? А не знаю, это очень вкусно. Кость, покажи быстрее, покажи. Ребят, посмотрите. Смотрите, это вам. А знаешь, что здесь сказали? Что из лося вместе с медведем котлетки. Понимаешь? Да. Да, вместе с лосем и медведем, конечно, фарш. Да, интересно. Чем пахнет мясом? Откуда этого медведя везли? Не из Подмосковья же, нет? А мы лучше не будем спрашивать. Главное, чтобы было вкусно. В смысле, фу. Сейчас пробуем. Да, я тоже. Я мясо не ем, но вот спортсмены утверждают все, что мясо надо. Смотри. Есть. Рассказываю, не всегда это так. В принципе, белок распадается на аминокислоты. И да. Каждый белок имеет различный аминокислотный состав. Поэтому, в принципе, ты черпать белок можешь не обязательно конкретно из мяса. Да, это другой аминокислотный рыба состав. Рыба – это вообще самый топовый источник белка. Вот. Морепродукты. Рыба богата, ну, рыба красная, богата очень сильно омега-3. Омега-3 – это полезный жир, который отвечает за полностью, за гормональный фон. За все отвечает. Да, волосы, связки, кожа, суставы и так далее. Но сердечному я еще тоже. Больше я, сказал, я не ел полгода рыбу. То есть я год не ел мясо и не ел полгода рыбу. И у меня реально стала кожа прям ну, ухудшилось состояние. Рыба, я бы на себя поверил, что рыба нужна. Конечно. И еще. Ну, либо можно рыбу не есть, а просто пить отдельно омега-3. И еще. Яйца. Яйца тоже очень хороший источник белка. Офигенно. Это называется эталонный белок, потому что он у всех очень быстро усваивается. Куриные, ребята, яйца. Куриные. А перепелиные? Перепелиные тоже можно. Но их надо просто больше употреблять, чтобы добрать достаточное количество белка. Картошка. Вот картошка. Кстати, расскажу по поводу картофеля. Вот я так люблю. Кто-то, ребят, плюс поставьте в чате, кто любит жареную картошку. Да. Это же просто топ. Жареная. Это просто, топ. Это легендарное блюдо. Это топ. Я не знаю, вообще не знаю ни одного человека, который жареную картошку. И модели, кто на диетах, и врачи, и нутрициологи, все. Жареная картошка? Это просто легендарное блюдо. Я вот по поводу жареной картошки. Если прямо сильно пережарено в масле, вот это может быть не надо. Но вот если печёное... Тихо. Да. Я хочу может, сказать. Ты хочешь сказать? Нет, не то. Да, я, ты. Ты? Говори. Точно? Да. Хорошо. Я говорю. А я забыл уже. Тогда ты. Или ты уже... Нет, тоже. Тогда ты. Если сильно пережаренная картошка в масле, то это вредно. А да, если печеная, это да. Топ. О, вспомнил. Самое топовое блюдо. Я вспомнил. Берешь картошечку на две части, сальцо туда и в духовку. Топ. И самое главное, ребята, картофель это полезный источник углеводов. Многие говорят, картошка это крахмал и так далее. Крахмал. Ребята, а вы знали, что углеводы в первой степени, первое, у них распад на крахмалистые углеводы, а? В первую очередь, а? Конечно, так что картофель можно есть, это полезный продукт, очень низкокалорийный, богатый калием, так что можете смело кушать. Главное знать, в каком виде вы будете ее готовить. Во-первых, диетическое. Вот вам так. Потому что всегда, когда у кого-то операция случается, что приносит? Пюрешку. Пюрешку. Потому что вот картошка это самая легкая, усвояемая пища. Да. Вот что мне принесли первый раз после операции на аппендицит? Котлету. Куриную. Куриную. И пюрешку. Да, потому что это самый такой быстро, легко усваиваемый продукт, чтобы вы понимали. Ага. Ребята, калием. Калием. Не тем, что вы написали. За едой бы я это не говорил. Чем? Да. Ну, согласен. По внутреннему ощущению, картошку обожаю. С селедочкой. Да. Это очень топ. Кстати, а ты любил запеченную скумбрию? Пробовал? Так. Запеченная скумбрия. Берешь скумбрию. И режут наполовину. Туда морковочки, лучок, фольгу, посолить, поперчить и в духовочку. Я честно вот, признаюсь, люблю стерлядь. Стерлядь? У меня есть такая слабость. И причем люблю вот именно жир, который с нее течет. Да. Он такой, знаешь, прям как холодец. Да, и это полезный источник жиров. А многие ошибаются. Я обожаю, прям не могу, это прям столько вкусно. О, и чё? Не, мне кажется, мне места хватит по-любому. На морковный пирог я точно себе место в желудке оставлю, по-любому. Вот а у нас там сколько? У нас 12 метров пищеварительный тракт, да? Да, походу. Сейчас вот можно котлетку. А? А можно я тоже щучья икрой накормить, да? Да, конечно. Ребята, щучья икра будете? Нет, не будете? Ну ладно.
Очень вкусно. Спасибо, спасибо. Вот это действительно островато. Но такое, в меру. Хорошо. Кстати, а ты любишь острое? Вот я, например, острое вообще терпеть не могу. Ну, вот я фуешка. Есть острое красное, а это острое перечное. Это перечное больше. Я бы не сказал, что это острое, это просто перченое. Острое, я считаю, это там табаско, знаешь, такое прям. Да. Кстати, когда... если уже заговорили за еду, я помню, у нас постоянно была такая с родителями традиция небольшая, иногда. Мы заезжали в грузинскую кухню, в грузинский ресторан. Очень вкусный. Брали с собой грузинский шашлычок, приготовленный на красных камнях, там внутренних это вставляли туда. И получается, шашлык очень мягкий, вкусный. И такой оттенок у него тоже был красноватый. Плюс заказывали хачапури и кучмачи, еще блюдо есть грузинское. Ты не пробовал его? Ну, это смесь там печенки, всех внутренностей, но там они очень вкусно пожаренные, они очень вкусные, печеные, офигенные. И вот это, и кола, это пепси в баночке. А как же гречка с пупками? Я готов. Ехать на гречку с пупками. Вот, понимаете? Я уверен, что вы это хорошо готовите. Гречка с пупками, это просто да, топ. Ну, я стараюсь мясо не есть, но печень, у меня дед говорил, что печень, килограмм печени, это килограмм здоровья. Вот его печень все рекомендуют, поэтому даже можно, а гречка с печенкой, это, по-моему, даже классическая. Да? Во всех дают, по-моему, там, детских садиках, больницах с печенкой. Особенно или куриная, или говяжья. Вот печень это вообще. Я, кстати, обожаю эти все, знаешь, что это сладкий чай, который в пионерском лагере тут давался, знаешь. Кстати, знаешь, мы ни разу не были в лагере. В детских. В детских. Хорошо, что уточнил. Ребята, не были. В детстве в лагерях мы не были. И как в лагерях? Ребята, не были мы. А я был там все время, влюблюсь там в кого-нибудь. Потом хожу, страдаю под доктора Албана. It's my life, it's my life. Ну что, хорошо, что мы не ездили, не страдали, не влюблялись. Мы просто детство всегда провели на дачах. Вот у нас там дача в деревне, есть в деревне немножко, как называется? Ну ты говорит, ты думал, тебе вообще, что у тебя в голове там? Так, подожди, у меня в голове протеин. Картошка с пюрешкой. Ну вот, картошка с пюрешкой, так я об этом говорю. Что я сказал? Ты вдумал сам? Да. То, что я сказал, картошка с пюрешкой. А зачем, Олег, с картошкой? Олег, зачем тебе столько много углеводов, а? Олег, зачем? Да. Сейчас хорошо онлайн. Ни с кем не встречаешься, ни в кого не влюбляешься, не страдаешь. Раньше, что не лето, то страдаешь. Жек, у нас что? Администрация. Что такое? В чате? Не понял. Ты написал просто ник. Да? Да. Алексей в чате? Серьезно? Тогда мы Алексею передаем привет огромный. Здравствуйте, администрация Твича. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас сегодня очень хороший стрим. Очень сытный стрим у нас. Добрый вечер. Присоединяйтесь, мы уже всех покормили. О, давай накормим администрацию Твича котлеткой. Медвежий. Это Алексей Вайтра, понимаешь? Алексей. Вы кушали котлетки? Из медведя вместе с лососем. Так пробуйте тогда. Опа. Все. Кто заживал котлетки? Администрация Твича может даже онлайн охватывать мясо. Ничего себе. Мы всегда всех кормим. В смысле? Да что бан? В смысле бан? Вы что? Мы всех кормим, всех. Это нормально. За то, что покормили вкусно котлетки. За это не банят. Мы всех, ребята, вас кормим. Все кто? Говорится, хочет покушать, мы всех вас кормим. Это хорошо. А это получается, а слово бан можно говорить же, правильно? Да, бан можно, да. Да. И получается, условную единицу можно говорить уге, да? Да, условную единицу. Получается. А если соединить? Тоже можно, но не желательно. Я ничего не понимаю, я просто ем. Я понимаю, просто ем. Аппетита, приятного аппетита. И тут такой бам-бам прилетает. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это была, кстати, раздувная, ребята. Да. Слушайте, какой момент. Морковный торт только бас, а 8
Наполеон ездил на Грэм? Медовик? Ну, мне не принципиально, не можете заменить. Да, медовика нет. Вот два морковных? Два морковных точно? А тогда я не буду. Я не буду, что я настолько уже... Я попробую. Да, я нет. С собой вам один морковный. Нет, если их нет, не надо. Нет, давайте с собой морковный пирог, тоже обязательно попробовать. С собой можно сделать, да? Давайте с собой. У вас всего их два морковных? Да. Давайте один с собой. Один с собой, Виталию, заверните. Один нам сюда, точно. И две порции чизкейка. А ничего с заварным кремом у вас нет? Ничего? А тут десертов немного, тут достаточно такие. А тумбочки с выдущенным молоком? Можно повторить? Есть вафли с мороженными ягодами. Нет, не хочу. Поэтому... Это очень калорийно, хотя это очень вкусно. Скоромет. Вафли бельгийские, да? Да, бельгийские. Там нутелла, все дела. Мороженое очень вкусное. А может быть нам бахнуть с тобой по сырнику? По сырнике? Ты думаешь, сырники? Смотрите, торт морковный один вы с собой берете, один сюда. Один чизкейк Нью-Йорк с клубничным соусом. А может еще по чизкейку, Костя, одному? Ну, лучше сырники. Сырники? Сырники. Точно сырники? А может вафли с мороженым, но мороженое нет, один шарик? Вафли я не буду точно. А-а-а. Нас раздует не в том месте, ты понял? Хорошо. Тогда давай, Костя, я хочу чизкейк. Нью-Йорк. Да? Чизкейк? Да, тогда давайте нам торт морковный один. И три чизкейка. Хорошо. Да. Все, отлично. В смысле, нас дует? Не сдует, ребят, нормально нас не сдует. А тут? Да. Что? Все твои? Это не мое. Точно? Да. Виталий, ну твое, нет? Слушай, я... Подожди, это ризотто с морепродуктами. Да. Да. Мое? Твое. А, это не ризотто, там какая-то паста, нет? Это кальмары. Все, это ризотто, да, с морепродуктами. Да. Ризотто с морепродуктами. Я наелся, будь здоров. Ну да. Давай, ладно, знаешь, как я сделаю вот так чуть-чуть, я чуть-чуть морепродукты, хорошо. О, морепродукты, да, хорошо, конечно. Морепродукты хорошо. А я, представляешь, не ел, конечно, полгода рыбу, я, конечно, заскучал без рыбы, объективно. Ребята, мы не лопнем, все нормально. Я думаю, что если один раз так поел... Ну не факт, друзья. Если один раз хорошо так поел, ничего страшного. Это так у нас... Читмил такой, читдэй. А слушай, а могут забанить канал, что ел и лопнул, и брызгал все. Смотря как. Если лопнул красиво, то возможно, так, если что, Кость, можем тоже покушать. Смотри, Виталий, у нас еще блины есть. Блины не хочешь больше? Я не буду, блин, ты шо? А я буду, я могу есть. Я не буду. А пельмешки? Пельмени надо есть. Так, пельмешки кушаются так. Так, взял? Ну, я догадывался, что мы голодными не останемся, да? Чатик, рот открыли, быстренько, пельмень вам летит. Пельмешек очень часто. Сейчас, помогайте. Залетает. Помогайте, вы должны питаться тем, что тут есть, потому что мы лопнем иначе. Костя, пробуй, пельмени очень вкусные. Пельмени просто топ. А, попробуй. Не хочу, даже мне вот часов для тортика осталось. Да. Пельмени даже без кетчунеза вкусные. Не, ну они с маслом, они вкусные, видно. Да. А пельмени видно, что вкусные? Очень вкусные. Кстати, это ручной лепки. Угу. Пельмени. Ну, видно. Я, может, не фанат пельменей, но в пельменях разбираюсь. Я, знаешь, что Виталий посоветовал? Сейчас скажу. Кетчунез с гречкой. Да? Да, это было не шутка. Да, это космос. Это то, что я ем. А как надо делать кетчунез? Прямо туда все вот так вот? Нет, макать. Берешь ложечку гречки и макаешь туда кетчунез. Или чуть-чуть вначале замакиваешь, чуть-чуть берешь кетчунеза, и потом черпаешь. Надо будет попробовать по-любому, потому что я просто фанат гречки, я ем тоннами с кости. Просто вот именно кетчунез я люблю не там с мяса, а вот именно с гречкой, это разрыв, улет, просто улет. Еще у меня любимое блюдо, я еще ем овсянку, причем я ем овсянку совсем, жарю, я ее варю, парю, изюм добавляю туда, там бананы. А ты ел когда-то овсяно-протеиновые кексы? Вчера. Да? А сегодня я эти банановые панкейки ел из овсянки. А есть еще очень классный рецепт, банановые протеино-овсяновые именно кексы. Их практически не отличить от покупных.
Они очень вкусные. С изюмом еще можно. Туда можно какао добавить чуть-чуть еще. И просто нет, чисто как такой. Ну, очень вкусный кекс. И овсянку ты не чувствуешь. Потому что ты ее перемалываешь, и у тебя овсянка почти не ощущается. Как мука. Как мука, практически. Но это очень тоже вкусно. Так, еще по одному. Очень много заказали, понимаешь? Много. Не сидим. Позже, мы же сказали, тебе пельмени не надо. Да. Более того, половину даже непонятно, кто заказывал. Это просто с голодухи, когда прям сильно хочешь есть, заказываешь всего побольше. Поэтому я тебе и говорю, не надо, понимаешь? Ничего страшного, у меня заходит, в меня вообще все отлично. Поэтому в ресторан и в магазин нужно ходить сытым, а на свидание с девушкой тоже не голодным. Боже, ты еще взял? Шутка не... Ну, понимаешь, где-то она была рядом, она как бы... Ну, да? Нет, шутка нормально зашла. Она не сформированная шутка. Нет, это просто, знаешь, нужно над ней подумать чуть-чуть. Хорошая, качественная, нормальная шутка в меру. То есть нужно, нужно все контролировать. Иногда сильно пошутить, иногда чуть-чуть, чтобы был баланс. А, кстати, девушки же обычно на свиданиях не едят, да? Вы же не видели, там, девушка, которая заказала себе все на свидание и все съедешь. Ну, смотря какие. Обычно не едят. Я буду только салатиком, водичку. Салатик, знаешь, какой, как называется его? Цезарь. Да? Почему они постоянно заказывают? Вот все девушки заказывают Цезарь, абсолютно все. Или с креветками, с морепродуктами, или с курицей. У них это... Я сейчас Цезарь заказывал. Да? Не знаю, это я просто фитнес-гел. Я приходил на свидание, которые едят грудку. А просто грудка где она? Есть Цезарь, отварная грудка, она в Цезаре. Поэтому я заказываю, просто люди следящие за питанием. Ну, я... Не помню. Ты пельмень, ты, по-моему, на один больше, чем я съел. Если съел один больше, кушай еще, пожалуйста. У нас кофе так всегда. Я другое дело, что я на свидании это был, по крайний раз в Венеции в 14 году. Вот, поэтому я уже и забыл, что такое. Так. Знакомимся. По свиданию, это свидание. Слушай, я давно не ходил на свидание. Давайте устроим Виталию на стриме свидание. Давайте устроим. Так надо. Я же просто был женат, потом я развелся, и у меня не было желания вообще не ходить. Не то, что на свидание, из дома не ходить не было желания. Вот. А сейчас я потренировался, я пришел в форму. Конечно. Я готов пойти на свидание. И физически, и морально. Да. Физически Олег на свидание готов. Я говорю, физически понимаю. Нет, ты знаешь, там после определенного возраста наступает баланс, когда ты не можешь на свидание идти только лишь одержимыми физическими желаниями. Тебя уже... А Виталий, может, пельмеши хочет? Ты что берешь? Что ты берешь себе пельмени сжираешь? Абсолютно не голоден. Я сначала спросил, Костя, у всех. Ты не спросил, берешь, жрешь. Ты же махни ее в красную икру. Да? А так? Мне кажется, будет неплохо. Ну-ка, давайте проверим. Давай проверим. Пельмени с красной икрой. Кто-то ел пельмени, а? Сейчас. А ну-ка мне напихай чуть-чуть. Пихани корочки мне. Чтоб не упало. Побольше давай. Сейчас. О.